Привитас, амигос. Из-за того, что, как оказалось, Resident Evil Zero вышел без перевода, а я его купил, надо теперь оформлять лицензию, дебютным видосом для нового микрофона, о котором вы можете посмотреть видео на втором канале. Да-да, у меня есть второй канал, пора бы знать. Значит, дебютным летсплеем станет игра Heroes Reborn Gemini. Я одно только знаю Gemini, нет, два Gemini, это... В печеньках Gemini Брюс Уиллис выиграл путевку в фильме «Пятый элемент», по-моему. А потом это еще дерьмовый такой герой в виде волка в Heroes of Never. Тут, кстати, очень такая играет музычка классная. Теперь, блин, я... чего непривычно, теперь я звук слушаю не через колонки, а именно через наушники, очень громко, и не слышу сам себя. А раньше я не слушал практически через наушники, потому что в гарнитуру звук шел из динамика в наушники. Проще было, ну, то есть гарнитура с шумоподавлением и колонки, из колонок звук не было слышно, его давило, а из уха, то есть слышно было, это было не очень правильно. Ну, надеюсь, что это дело привычки, как и дело привычки привыкнуть к новому звучанию микрофона, которое более правильное, потому что гарнитура писала только низкий звук. В основном, да, сейчас есть небольшое эхо даже в кардиоидном режиме, но я попозже куплю эти звукоотражающие панельки, или как звуковые ловушки, как правильно сказать, короче, я обклею здесь угол, в котором сижу, будет не очень красиво, будет много пыли, но на что только не пойдешь ради качества контента, ептать. Ладно, давай, понеслась, пора игру смотреть. Стадия 1. Выстрел в голову очень эффективен. Да ладно, ёпта, нихуя себе. Всю жизнь в яйца всем стрелял, думал, так надо. Скажите это Айзеку Кларку про выстрел в голову. Там, наоборот, надо было конечности отхерачивать. График стоит на каком-то эпичном уровне. Качество графики. Надеюсь, ее завезли. А не потому, что она говно, поэтому она стоит на эпичном. Хотя моя видяха 970-я современные игры на ультра как бы не ставит, так что это уже тревожный звонок. О, Алекс, ёптась. Алекс, ты уверен, что ты умеешь играть в World of Tanks? Да, на 99,9. Да, ну и как надо танковать? Да, рыбам, конечно, ебаный косу. А если в корпус выстрелят? Ну, будет рикошет, наверное, ё-моё. Да, ну и лица у них просто Postal 2, блин. Эй, смотри-ка, да здесь до нас уже гризли прошел. Ох, как круто, пойдем его поищем. Главное, не наступи в его какашки. Вон, смотри, какие лежат уже большие кучи. Мне было 12 лет, когда я в прошлый раз наступила в говно медведя. До этого момента я совершенно ничего не помню. Это было лучшее событие в моей жизни. Оу, оу, е. Вот появился безумно красивый интерфейс, я просто в ахрене. Я надеюсь, если я отвернусь, твой член из твоих штанов не выпрыгнет, а? Ищу, чё я должен ищу-то? Чё смотреть, блядь? Я смотрю, я очень внимательно смотрю, я все посмотрел уже, о, наконец. А, это про Луну, что ли? Какой ты романтичный. Только что я узнал, как по-английски будет эскимос. Эскимос? Если мы стоим, почему я слышу звуки шагов постоянно? Кто-то из нас топчется, блять, это я. Наверное, я ссать хочу, да? Да, здесь, конечно, не Итан Картер, качеством графики никто никого не поразит. Офис сельского хозяйства. Ха-ха, чё за... Ха-ха, бля, вы видели этот прыжок? Ну
Я про эту игру, кстати, вообще ничего не слышал. Ни одного анонса, ни одного упоминания от кого-либо вообще. Темная лошадка, типичный случай. Я так понимаю, что мы ищем родителей главной героини. Вот такая тяжелая жизнь в Америке. Когда у нас кто-то кого-то ищет, он пишет в передачу «Жди меня». Когда кто-то кого-то ищет в Америке, он идет в запретную зону, где вообще хер знает, что творится. О, заброшенный завод. Ну да, это как раз то место, где следует искать родителей в первую очередь. Вот так-то мальчик потерялся. Иди на заброшенный завод. Restruction area. Warning. О, кстати, ничего так графика-то. Но, конечно, если вы в Аномас, то не понравится. Текстуры полигоны, блять, Карибский кризис, 75-й год, но вообще на любительский взгляд, не замыленный, да не зажравшийся. Hey, check out these dope smart glasses. Bunch of Renatus employees. Смарт-очки. А, то есть ты их для понта типа носишь, да? Чтобы умнее казаться. Hey, what are friends for if not to keep secrets? Cool. These glasses are sick. Totally. They've got all the same features as a next-gen smartphone. It can text, surf the net, take photos and video, even keeps track of your vitals. Whoa. А еще они голосовые слова, блин, переводят в смски, да? You like it? Check this. Look at me for a few seconds. А, да-да, ух ты, преобразование голоса в текст, так и написали. It uplinks to the cloud and searches photo and video data from social media accounts. Uses facial recognition to determine who you're looking at. Ой, я надеюсь, тут вся игра не будет крутиться вокруг этих обалденных очков. Trust me, Renatus Corporation is all about saving the world from itself. The company motto is literally doing good is good. Бля, чувак, ну ты скучный пиздец. Тебе, наверное, не... Что это было? Дизель. Kind of freaking amazing. Right? There's a ton of other stuff it could do as well. Когда эта реклама Oculus Rift уже закончится? Ну присядь ты. Ух ты, мои очки с Валхаком. Он идет прямо к нам. Будь мужчиной, блять, отвлеки огонь на себя. Че у него там? Калашников, ёптать. Это Russian террорист. О, давай вооружимся и завалим их. Во имя моих пропавших родителей, чувак, мы должны это сделать. Капздец, как неудобно читать субтитры в левом углу. Они должны снизу быть посреди монитора. Who are those guys? I don't know, but they aren't Renata suits, that's for sure. All right, what do we do? Смотрите, парни, иди. Without being spotted. There's gotta be a better way to do this. Okay. I bet they won't see us up there. Алекс, wait. Where are you? Громче, ори, громче, блядь. Тебя не все слышат. Громче. Сейчас сзади, если прикладом, блядь, кто-то звякнет, я просто вообще не удивлюсь. Бабы такие тупые, блядь, это нечто. Она пришла на какой-то охраняемый объект и орёт: «Алекс, Алекс!» Еще по фамилии его зови. «Алекс Иванов, блядь! Алекс! Алекс! Проживающий по адресу, блядь, город такой-то, нахуй, улица такая-то, ёптать. Алекс! Паспорт, серия, номер, ёптать, 40013, блядь. Ёпта, ни хрена она обезьяна. Это легче, чем кажется. Надо только пробел два раза нажимать. Прадай нахуй, господи. Дайте посмотрим, есть ли у Алекса мозги. Так я и думал, блин. Игланды.
Да, паркур здесь довольно вялый. Но все равно неплохо пока что. Держись, ёптать, маникюр. А, вон. Было немножко непонятно, куда идти. Обычно маршрут помечает. О, это про родителей, наверное. Это страшновато. Что это? Это, блядь, древнеарийская руна, дура. Shouldn't be too hard. Trick is, don't look down. Damn, I'm good. Okay. Я на самом деле представляю, что геймплей проходит в каком-то постапокалипсисе, иначе это просто какая-то херня происходит. You should come visit me sometime. I could show you around to some places that I know you'd like. I mean, I've made good friends and all, я бы показал тебе места. Да я знаю, что ты мои места хочешь посмотреть, блядь. Я даже знаю, где эти места находятся. Два сверху, одно снизу. Одно сзади, одно снизу. Да ладно. Сейчас я прыгну на гараж, ёпт. Вообще, слушайте, а вот эти профлисты, они, ну серьезно, ничего, вот, ну выдержат человека-то, да? Что-то какие-то тут слишком зазоры большеваты, по-моему, для того, чтобы... А листы слишком тонкие, чтобы по ним ходить. Мы как-то в бытность мою строителям меняли профлисты эти... Мы так их называли, я не знаю, как их правильно. Меняли на крыше вот эти листы. Но там они были потолще, и ребра жесткости были куда там, куда больше. А вот это просто капец. Ну что ж, давай. Не смотри вниз, смотри вниз! Все, прикольно. Hey, follow me over. Громче, больше крика, да. Приключения в стране чудес. Попав в передрягу, убегайте. Это лучшее решение. Только что предыдущая подсказка мне больше нравилась. Про выстрелы в голову. Может, здесь на ходу можно бежать и отстреливаться. Кассандра. А еще я тоже упал, что ли? Бред собачий какой. I'm okay. It just got the wind knocked out of me. Stay where you are. I'll find you. Нахрен ты орешь? У меня все равно текст на экране. На очках. О, все, пизда тебе, бля. Да орался, петух. Куда ты лезешь? В сторону ползи. О, мне кажется, мы попали в мир Rainbow Six. Sweep the room. Make sure he was alone. Oh no, no. Base, confirm potential sit rep. Over. Don't come over here, please. No, please, no. Whoa. What? Я сам охуел. Что случилось-то? Where? Я собирался получить пулю в жбан и умереть смертью храбрых. Я в Rainbow Six так и делаю. Looks new, like before it burned down. Нахрен ты разговариваешь сама с собой, ёптать. Поудивлялась две минутки? Оу. Вот это очки у него. Бля, где женская душевая? Пошел он нахер. Тащит его как говно какое. Вот этому чуваку слева удобно его так, интересно, волочить? Они... Он упорно не хочет правой рукой отпускать автомат, походу. Это как в сингулярности, что ли? Я в прошлое попал. Блять, интересно, интересно. Из-за падения. Да, из-за падения. Я тут тоже вчера, блядь, на жопу ёбнулся на улице, поскользнулся, сразу в прошлое улетел. Бабы такие тупые, ну. Возможно, я увижу его. Еще не хотите, чтобы я туда залез, что ли? А ты не боишься, что тебя тут током отколбасит немножко? Это трубы или реле силовые? Я не очень... Тут так все это замудили, что... Блять, вот здесь графика лучше, чем в Alien Isolation, вот в этом тоннельчике. Согласитесь, да?
в Alien Isolation ни разу такой играть. Блять, пизда ебучая, да чтоб ты сдохла. Ебаные наушники, так все громко в них. Используйте скрытность. Отмечайте врагов. Опа. Желтый дробовик. Придурок, блядь. Как прокрасться мимо этого парня? Оу, 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 оу. А для чего эта кнопка? Не очень понимаю, зачем нужна эта функция. Случайно ее нашел. Трэш. Мусор. Там мусор, здесь мусор. Подожди. А-а-а! Блять, а я не могу пролезть сюда, да? Ну будет. Когда она будет здесь ебать? Ну и чё? There's a way out where I came from, but how do I get back? Wait. If I can see. Нет, ты не можешь, я проверил. Maybe I can move through it too. А, вот, научили okay. меня этой магии. Let's do this. Как она быстро, блин, освоилась. Обосраться. Офигенно. О, блядь. Хуй тебе в рот! Давай, телепортируйся. Соси ногу, блядь, черт. Сингулярность, игра, которая как раз позиционировала себя как игра, которая, где можно будет перемещаться по времени или что-то такое, она и близко к такому не стояла, блин. Иди отсюда, ёпта. Все, дверь закрыта. Офигенно. Да, мне не сюда. А куда? И не сюда. Ауч. They must have come this way. Отлично, вообще может теперь одним нажатием перемещаться. Так, долбоёб ушел. Офигеть. Офигеть. Сколько я вот в игры играю, но такого не припомню вообще. Серьезно. Я не скажу, что это шедевральное какое-то решение в мире игр, да, но никакой революции в моих глазах не производит. Чё хоть тут, чем кормят? О. Никакой революции, конечно, в геймплее не случилось, но все равно. Я за любое новаторство, в принципе. Кроме желтых дробовиков, это странно просто. Желтый дробовик, что дальше? Розовые пистолеты? О, черные детишки, господи, рисунок маленького Циги, какая прелесть. Хорошо, что он слепой нахрен на оба глаза. А что это такое? Hold on, Alex. Лестница опускается? Да ладно. Ну и анимация была. Это что-то из Гарри Поттера, а может быть и выше. Сейчас только что подсказка была, что время еще и замедлять можно. Давай, отрисовка, где ты? Вот, наконец. To get through there.
Что, пройти далеко и просто, херак. Почти не лагает даже во время таких переходов. Ну, это похоже на ее родителей. Они тоже черные. Я такой расист. А, у нее вот родители, видимо. Родители тоже особенные были. У одной был телекинез, у второго еще что-то. Блять, отлично, давайте ширяться непонятными шприцами. Че же нет? Видишь шприц, возьми, ширнись. Возьмите предмет с помощью, удерживайте. Затем отпустите, чтобы бросить. Ха, о, целый стол можно бросить. И че? Как-то пройти-то я не понял, что. А, задрать можно? Прикольно. Количество возможностей здесь... Это игра про магию уже, про какую-то просто, по-моему. Да ты можешь поднять ее, задолбала? Что, блядь, нихера она вот этот ящик не хочет двигать. Наверное, тяжелый. Там же силой разума или силой мысли надо поднимать. А откуда, блядь, у бабы в голове сила мысли? Да ну ёб твою, делай что-нибудь с этой хуйней. Сдвинь её жопу, блядь, отсюда. Понял. Что вы сказали, молодой человек? Да ёб твою, что, чё, блядь, обвал, что ли, был? Надо, наверное, ему по башке, блядь, чем-нибудь ёбнуть. Ты чё, чёрт ебаный, а? Чё, сука? Ёб твою мать! Где они видели, чтобы так огнетушитель детонировал? Ногами, ногами. Ну чё, мусорня, блядь, а? Чё ты, в обезьяну меня забрать хотел? В обезьяну меня хотел? В обезьяну забрать хотел? В обезьяну, сука, меня забрать хотел? Подожди-ка, блядь. Сейчас будете обезьяна. Сколько тебе там дать? 5000 рублей тебе дать? Сейчас, блядь, ну-ка. А чё там, бочка закрыта, что ли? Сейчас надо его припрятать просто немножко. Чтобы его нашли только когда снег растает. Вокруг него уже мухи летают, или мне показалось. А, это эти, магические мухи. Все. Как будто так оно и было. О, кепочка. Кепочка не поддается телекинезу. Ну что, как насчет подобрать дробовик? Каждый раз, когда мы играем бабой, она почему-то... Ну, помните, Эллен Рипли в Alien Isolation с пола отказывалась подбирать пистолеты. А, мне нужен ключ. И так закрыто. So, интересно. А, черт. Ключ, наверное, у него и был. Чё, чувак, ты еще здесь? Какого? Дьявольщина какая-то, что за? Как бы можно из дробовика выстрелить замок, наверное. Кассандра? Это Алекс.
Well, for now, anyway. They locked me in a storage room. Not sure where. We have to get you out of here. Alex, Alex. They're coming to find you. Hold on. I can try to use the GPS in your glasses. Bam! I just sent you a nav waypoint. Use it to find me. On my way. And Alex, it's good to hear your voice again. Так, чё он хотел? Ох ты, ёб твою мать. Ничего не видеть? Ничего не знать? О, блядь. Чего? Останавливать пули? И ракеты? А ёбнуться можно. Чё, лошара, блядь, не получается нихуя у тебя? Иди сюда, я тебя ещё переебу. О-о. Видели, видели, как спецназовец прям такой? Лучи в колено. Ему тут кто-то добавил ещё, походу, только что. Какая нахер смс-ки? Да. Я могу устанавливать пули. Я могу. Да. Черт, безумная баба, столько всего умеет. Так, чего они мне тут прислали? Вы можете открыть чего? А. Понятненько. Подождет. Ничего срочного. Черт, теперь этот микрофон будет захватывать просто все. Он будет просто сечь. О. А. Сейчас его кружкой убью, как Риддик. Получи, сука. Еще и здоровье восстанавливается. Блять. Мудак какой, а? Кстати, вот эти бочки, они не такие уж и тяжелые, как она ими их вырубает. Зачем в этой игре вообще стелс, если она пулю, блять, остановит? Да, да, да. Мониторчик не желаете? Да ёб твою мать. Подожди, чувак, я шкафом зацепился. Украл пацана, шкафом поебал он на... Подожди, сука, блядь. Да подними ты его. Что, стол никак? Да, видимо, все-таки есть вещи, которые на... Давай стол уроним. Офигеть, интересно, что еще, чему еще в этой игре? О, стадия 4, морщинка. На изденке надо было дописать, блин. Чтобы спастись, можно сместиться в другое время, да? Я уже спас свою жопу этим раз 15, наверное. Если бы я знал, я, кстати, пропустил, можно ли было сложность выбирать? Мне кажется, можно на суперхарде играть, если твоя героиня рукой пули останавливает. Интересно, а как он с ней разговаривает? У него какая-то гарнитура какая-то, связь с ее очками, с этими? Ёпта, она еще и время замедляет, пиздец полный. Игра начинается с того, что она пришла искать своих родителей и выяснилось, что она просто маг-чародей. Шкала выносливости. А, возможно, что мне шкалы выносливости не хватало, чтобы... Двое черномазых, ну и охрана, господи. Так, а сейчас как время замедлить? Понятно.
okay as I can be. You sound like maybe you're in shock. Well, you know, I just got shot at and took out some guards with my brand new superpowers. So, good day. Да-да, всем рассказываю про свои суперсилы. Даже не, ну что делать-то? Опасные предметы помечают значком символизирующего. И что? Здесь что-то. Эту часть обучения я провафлил. Как то есть можно время перемотать, похиляться. А я понял. А, здесь не выйти, да? Отлично вообще. Знаете, какая бы суперсила, блядь, не помешала? Фонарик, блядь, я ничего не вижу. Здесь, кажется, ящик есть. Так, еще раз, что тут? Наверняка куда-то можно залезть. Надо просто гамму. Вот всегда, когда в начале, блядь, настройки говорят, сделайте гамму, чтобы значок было едва видно. Надо делать гамму такую, чтобы значок было видно хорошо. Так, сука, где управление? Я манал, я нихуя не понял, что надо сделать. Уровень сложности нормальный. Его не... А, вот. Трудно. Да, я тут настройки... А, управление-то и не вижу нихуя. Прикольно. Посмотрел подсказку. В записи какая-то выпала. Написано, что эти опасные предметы можно использовать против врагов. Но я нашел только кнопку замедления. Никакую кнопку использовать против врага не нашел. И то в этом... Что ты делаешь-то, блядь, лошадь, ёб твою мать? Ну чё... А, она застряла, дура, блядь, понятно. Блядь, обожаю играть бабами. Такая прелесть, блядь, что ёбнуться можно. Да убей её нахуй, пошла она в пизду, блядь, заебала. Хуля, если она застряла, а прыжка в игре нету нормального, походу, да? Пиздец, безвыходная ситуация для тупой пизды, блядь. Застрять между двух трубок, ёбнуться. Отлично вообще. Да. Что с возможностями со всякими в этой игре не то что перебор, они слишком быстро все это навалили. Я где-то что-то проебал и не могу выключить эти вентиляторы. Больше, нужно больше всякой хуйни одновременно желательно. Опасные предметы используют против врагов. Каким хуем, блять, их использовать-то, ёб твою мать? Чё за подсказка, блядь, такая дебильная, сука? Что вот это за значок? Что, мне, блядь, чё себе? В руку надо чем-то ткнуть, что ли, ёптую мать? Чё-то, блядь, случилось? Вот, я нашел. Замедлить время. Прыгай нахуй. Не могу, блядь. Давай еще раз попробуем, сука. Заебанец, пошел ты нахуй. Пиздец. Ура, я пролез, пошел нахуй, ёпта осёл. А
здесь она не может перелететь, смотрите. Не везде можно улететь в прошлое внезапно. Почему-то. Пошел ты в очко, блядь. Ничего. А, у нее прыжки более. Более прыжки в замедлении. Пошел в жопу, придурок. Мамку твою делал. Да, сучки. Захват снарядов. Чего? Включить способность ловить на С. Включить замедление времени R, блять. Нажмите С, и чтобы бросить. Хуйня какая-то ебаная. Но. Блять, да пошел. Говно не способность. Пули назад бросать, блядь. Может, они еще и с той же скоростью полетят. Что-то она с ними делает. А, можно вообще его взять. Эй, придурок. Блядь, ну почему ты его не бросила? Как его попросил уйти просто. Супер прыжок. Эй, блядь, left shift, R, чего? Уии, супер прыжок, да, супер падение, блять, на супер очко. Отлично, супер прыжок удался, просто ёбнуться можно. Больше функций, больше, еще больше всяких дебильных возможностей. Дайте мне их 500 штук, чтобы я охуевал и постоянно думал, как ими пользоваться. Я так и не понял, как пули ловить, что как делать. Причем вот до того, как это обучение появилось, меня еще это как-то один раз эта штука проканала, пока я пытался выключить ебливые вентиляторы. Но как только они попытались меня чему-то научить. Сука, падла, блять, а. Так, наверное, надо. Вот здесь, наверное, надо супер прыгать. Ой, да! Блять, да, сука, она все-таки смогла это сделать. Давай еще разан. Отлично. Что-то тут, мне кажется, разработчик уже немножко забыл, где, в каком времени двери должны быть новые, а в каком старые. Так много детских фотографий, нахрена они тут лежат? Вот что ты должна спросить. Они что тут дети эти делали? Может, дети сотрудников, да, пристало? В Америке часто ж там в лопатниках носят там фотки своих детей еще где-нибудь. Да. Почему уровни такие маленькие, а загрузки такие долгие? Жесть. Ну, в общем, в целом... Он уже там где-то с терминалами, с какими-то возится. Я думал, мы его из плена идем спасать. Но, походу, у него все нормально. В общем... В принципе, геймплей, ну, достаточно оригинальный. Но сама суть замеса, да, сюжетного и того, что тут происходит, в принципе, уже все понятно. Она узнает, что тут были ее родители, что... А ее как-то отсюда спасли. То есть как-то ее там в прошлое выкинули или что-нибудь такое. Вот она придет сейчас тут... Узнает эту правду. Ну, в общем, уже все кристально ясно и понятно. Никаких тут суперсенсаций в этом плане не случится. И, в принципе...
принципе, я не могу сказать, что это как-то супер интересно. Ох, пердак ему взорвал. Ну, кто-нибудь еще хочет пострелять в меня, ублюдок? А что с трупами происходит? Куда они деваются? Он что-то, он сидит ножкой, лежит ножкой, помахивает. Надо А это что за кайфующий груд? Надо отвернуться, и труп исчезнет, смотрите. Это что за дела-то? Ну, блядь. А какие-то исчезают, какие-то не исчезают, ни хрена не понимаю. А, ёб твою мать. Вот она, пуля обратно улетела. Да здесь я, придурок. Ты что, совсем тормоз, что ли? Это сложность высокая называется. Смотрите, смотрите, смотрите. Блять, мимо, ёб твою мать. На нахуй тебе. Блять, долбоёб, что ли? Или это невидимость заодно дает еще охуенную? Бля, пошёл ты пиздень, придурок недоделанный, блядь. С тобой даже неинтересно вкинь пулю обратно играть. Зачем серьезно кидать в них назад пули, если проще, блядь, табуреткой его забить? Да ёб твою мать! Еще один мандинго! Сука, блядь. Припечатал. Он борется, борется с этой корзиной. Борись за свою жизнь, борись. Твой народ годами, блядь, боролся. И ты борись. Ему что там, блядь, руки зажало, что не понимаю. Мандинго, я в тебя верю. Ну, играться все не можешь со своим, со своей новой мусоркой. Я вот с головой еще не вбил. Нет? Жаль. Вот, да. Короче, какая-то игра очень странная все-таки. Ничего. Вроде все необычно сделано, а вроде какая-то борода. Good. I found the data room, but there's no power, and even if there was, the servers are trashed. Is there anything salvageable? We need that data. No, they're melted like there was some kind of fire down here. It must have been what destroyed the place. Wait a second. Hold on. Maybe there is a way to get the data before the place burned down. И чё? Вот это чё, не сломать, что ли, почему-то? А, вот, понятно. Мне туда и не надо просто. Данные сервера получены за секунду. В эти наночки, видимо. Наночичи. Вот тележку не поднять, зато бочку какую-то хер знает, какую хер знает с чем. Это пожалуйста. Now, how do I get it to you? Okay, you can upload it through the smart glasses. О, она сама отвалилась, какая прелесть. Видимо, она держалась на последних болтах, на последних струпьях краски. Последние секунды, бля, своей жизни. Wait a minute. You're serious? That is freaking incredible. Can you move forward in time and backwards? Ну, что-то за катакомбы. Wait, can you go to any time you want? For like how long? Well, I haven't had time to experiment much, but the ability seems limited to two time periods right now. The present and sometime in the past before this base got wrecked.
Yeah, well. So, any luck with the data I found? It's a bit incomplete. But if I triangulate your signal... Okay, hold on. Oh, yeah. Oh, это что такое? Sweet. Палаточка? Way down to the level I'm on. Sending you coordinates. Подходите, стульев хватит на всех. Погнутый стул оружием считается? Да. Ай, сосите ноги, придурки. Да, но если честно, что-то вот она уже поднадоела, эта игра со своим вот этим, блядь, дурацким правилом. Бросать в них стулья, бросать в них патроны. Нихуя он подлетел. Ну почему вот это ты можешь поднять, а вот ту херню ты поднять, блядь, не можешь, хотя она, по-моему, легче выглядит, чем вот этот стул. Даже на высокой сложности стрельба у этих ботов вымораживает, они очень косые. Да, вот они и получили пиздюлей. Все охранники имеют два типа лиц. Звуки грохота какого-то везде, это типа, ну... Лифт не может, эти брошенные стулья не могут успокоиться, найти точку прикосновения, на которой они могут нормально лежать. Они вибрируют. Подождем, пока он потриангулирует. Алекс, are you there? Come on, dude, don't leave me alone down here. His name sounds familiar. Wasn't there a Suresh mentioned in my biology class? I doubt it was a kid. Still. Да, звуки кресел, по-моему, просто зависли элементарно. Это что такое еще? Кассандра. You're either very brave. Hugh Jackman? Who are you? What do you want with us? What do I want? I'll tell you face to face soon enough. Whoever you people are, whatever you're doing down here, we don't care. Just let us go. You came here to find answers about your family. How do you know that? I made sure your friend would find your parents' names. I knew it would draw you back here. What do you mean back here? Какая внезапная неожиданность, господи! Вот это поворот! Your family, your evil abilities, the time you spent in my care. Как этот монитор работает до сих пор? Может, это типа проектор, который работает при свете дня? And you need me for what? All in good time. First, you'll need to master your new abilities. Whatever this is, whatever you want me for, I want no part of it. I don't recall offering you a choice. Up until now, my men have been ordered to capture you. But that's up the ante. Now they've been given a kill order. The only way to thrive is to survive. Да. Ну чё, где конец того уровня уже? Борода какая-то, это пиздец.
Получу микроволновкой. Ну вот, попало. Аллилуйя. Я как владыка ситх тебе сейчас шею сверну, ублюдок, блядь, силой мысли. Пошли вы нахуй, долбоеба. И еще один. Господи, ну какая. Да, ну и занудная херня на самом деле. Задумка интересная, все, блядь, интересно, но реализация такая унылая. Чего мне постоянно эту дверь показывают? Что я тут должен сделать, не понимаю. Пытаться какая-то. Они не слышат, да, этот грохот? Ой, ладно, понятно. Честно, уже не хочу ничего здесь делать. Как-то, блядь, она утомила меня, эта игра. Внезапно просто. Вроде играешь, поначалу так интересно, что-то новые возможности. Стадия 6. Вот, поначалу все необычно и интересно, в принципе, но потом, когда начинаются вот эти схватки с людьми при помощи вот этих убогих способностей, это, блин, вгоняет в тоску просто, я не знаю. Как-то вот именно сражение, вот часть, вот эта часть игры, связанная с боевками, вот именно она не удалась, по-моему. Это очень неинтересно, это очень... Очень уныло. Что пули в них назад бросать, дерьмо полное, что, блять, бросать их в них эти предметы, говно. Не знаю. Ну, может быть, не знаю, может, вам понравилось, может, кому-нибудь еще понравилось. Так что думаю, что на этом, в принципе, можно первый взгляд закончить. Там что-нибудь жмите, там что-нибудь пишите. Про игру, про звук, про все. И адьё.